Сеу Вакко, это город Галилеи в Израиле. Вот, и дерево, так называемое дерево сосок здесь, как достопримечательность идет. Не знаю почему. Ну, дети здесь вешают соски свои. Вот, поэтому сделали его достопримечательностью этого парка Вакко. Вот, идем дальше по этому парку. Рак вокруг, деревья, вот такие деревья, что-то похоже на кипарисы, вот, возможно, это кипарисы есть. Вот здесь находится памятник солдатам, воинам Израиля, которые пали в войнах за освобождение страны. Вот, вот такой памятник сделали каменный. И цветы, и вот табличка фамилии, где идут солдат, воинов, которые пали в войнах за освобождение Израиля. Вот такой здесь памятник. Идем дальше по этому парку. Везде растения, цветочки. Парк довольно небольшой, но тем не менее довольно приятный. Деревья здесь опять идут. Вон деревья, там детская площадка вдали и виднеется. Сейчас подойдем к ней. Вот она находится там. Вот, она виднеется. Итак, это парк Зикарон Вакко, парк памяти Вакко. Вот, мы прошлись в Израиле. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.